Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, повысьте уровень, друзья мои. Опачки, 15-й левел. Новое испытание у нас, плутоний, новая экипировочка и улучшение. Ай, как хорошо, ребята, что такое? Испытание дня. Добро пожаловать в супер эксклюзивную программу специальных испытаний Рауля Надувато. Выберите испытание, пройдите его за установленное время и получите потрясающий приз. Вызов принят. Не забывай, победа приносит награды. Разбей доспехи зомби. Так, зомби в доспехах, крепкий орешек. Разбивай доспехи зомби. Ну, я попробую. Так, это испытание дня. Я должен уничтожить 5 зомби в деревянной броне, да? Так, ну что, друзья мои, зомби у нас найдены. Давайте посмотрим, что мы можем с вами зарядить. Ну, ага, нехватка. Нехватка, друзья. Так, нам нужно с тобой продать опять этот. Улучшить, я так понимаю. Ой-ой-ой, 3500, ребят. Ну, в принципе, 3500 мы с тобой можем накопить быстренько. Так, я смотрю, у нас обнаружены зомби. И сейчас мы пойдем, ребята, их ловить. Ух, как же я обожаю ловить зомби. Так, слушай, давай-ка мы... Что-то зависла игра. Хе, такой небольшой глюк был. Короче, смотри, что я сделал сейчас. Смотри, смотри внимательно. Оп. Оу, а пусть... По... Ребята, а почему... Он думает, что он от меня убежит, что ли, я не пойму. Слушай, а почему... Почему у меня на другой кнопке это все работает? Ты мне вот это можешь объяснить? Ладно, неважно, ребята. Так, ну что, зомбик, давай. Давай, давай, я жду. Я жду тебя, родной мой. Бамс. У нас веревка длинная, поэтому я могу сейчас издалека, ребята, их ловить. Очень даже недурно. Так. Ага, ага, ага. Нет, 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 нет. Не уйдешь, гаденыш. Друзья мои, 2 зомби из 5 я поймал. Шикарно. Ну, замечательно, друзья мои. Продолжим охоту, наверное, да, я так думаю. У нас тут все равно еще есть. Вот, например. Ловить, конечно, что я не думаешь, буду любоваться, что ли? Пи. Мне они нужны. Так, змея. И отсюда. Так, давай-ка я, наверное, сюда поставлю. Ты смотри, а. Ты смотри, смотри. Ну давай. Ой. Поймал. Фух. Я уж все подумал. Финита ля комедия. Но нет. Да подожди ты, подожди ты, подожди. Тут всякие змеи. Я не хочу, чтобы они ребятам не мешали тут. А как бы вот тут-то сделать-то по-аккуратному, а? Опа, ой! Блин, там проблема, ребята. Знаешь, в чем? Смотри, он не видит меня. Есть контакт! Фух! Ну давай, вынюхивайся. До свидания. Ну что я тебе скажу? Я тебе скажу, что у нас идут дела в гору. Очень даже идут в гору дела. Единственное, что вот у нас с тобой не найдены зомби, поэтому мы с тобой отправляемся в кафе. И за 3500 я покупаю. Опа. То есть это, получается, ребята, улучшил гарпун модель 2. Модель 2. Так, улучшить зубовыжималку и продать. Продать что? А, продать что-нибудь. Сейчас продадим. Что-нибудь да продадим, ребята. Так, так. Так, блин. Нехватка, друзья мои, нехватка. А что нужно, чтобы ее улучшить? Твою налево. Еще 3000 монет, ребята, надо. И еще 3000. Ладно, через 27 секунд у нас с тобой. Может быть, нам крутануть... Давай попробуем.
Это что такое? Это ничего, наверное, да? Ну, пробел, так скажем. Пропуск. Допустим, у нас два еще этих хламона появилось, да? Я могу... Опа, сюда. Ай, нехваточка, друзья мои. Ну, зомби найдены. А чем мы расстраиваемся? У нас зомби найдены, и мы с тобой двигаемся дальше ловить их. Так, и гарпун. У нас гарпун второй модификации. Секешь о чем я? Вот и я об этом же. Что ни один, друзья мои, зомби от нас теперь просто не уйдет. Да чтоб тебя, он меня подбил, друзья мои. Не уйдешь, гад. Я тебе не позволю уйти. Есть. Фью. Кстати, мы с тобой выполнили задание. Вот оно. 5 зомби в доспехах. А, мы с тобой поймали. Так, вот здесь, знаешь, как надо сделать? Смотри внимательно. Сейчас будем ловить. Один есть. Опа! Ну ты старый пройдох, а. Так. Этот-то не ушел. А вот что с тем будет, ребята? Там-то этот стоит. И мне к нему не подойти втихую-то. Есть. Прикольно, ребята, всех поймал. Всех поймал до единого. А это значит, что мы еще получаем с тобой один черепок. Угу. Ну что, зомби пойманы. Так, и мы отправляемся в кафе. У нас, ну, в принципе, там загрузка полная, по-моему, идет. А нет, нет, ребята, загрузка уже не полная, нифига. Давим. Так, нам нужно, значит, сколько? Так, 180 продать и плюс сделать одно улучшение. За 3000 монет. За 3000 монет. Так, а что вот тут? Вот тут вот выполнено задание и получить награду. И что же у нас? Поздравляем, ты прошел испытание. Раскрути невероятное колесо фортуны и получи свою награду. Так. Опа. Чинанай. Хорошая награда, друзья. Мне нравится. И испытание проняло. Спасибо, что согласился испытать мухлёжную модель мега-испытаний честного Рауля Нудвато. Хм, я думал, она называется суперэксклюзивной программой специальных испытаний. А, неважно. Не забудь заглянуть завтра, тебя буду ждать новые испытания. Через сутки, ребята, можно заглянуть, и нас будет ждать новое испытание. Угу. Слушай, что-то как-то тут уж больно быстро их выдавило всех. Тут всего лишь тыщенка стоит. А что мне даст эта тыщенка? Плюс 200. Это еще... то есть 200 будет общая прибыль 400. Подожди. Тут... Подожди, а мы что, коктейль можем менять, что ли? Подожди, я не понял. А, это просто показано все, я понял, ребят. Это, угу. Это показываются просто все, которые у нас есть. Да-да-да-да-да. Слушай, нам 16 уровень получить, ребята, и мы с вами что-то тут... Что-то еще сможем купить. Я не знаю только, что это за выжималка такая будет. И знаешь, что через 20 секунд, ребят, мы найдем новых зомби. И тут скоро мы с тобой что-то... А, тут нам надо улучшить. 3000, блин, 3000. Мы только набили с тобой полторашку. 1500. Ай, время 12 часов, ребята, надо как бы ложиться спать, потому что завтра на тренировку. Но я прекрасно знаю, что если я сейчас лягу спать, я не поиграю, а соответственно, когда я запишу видос следующий, вот скажи мне, когда? Завтра тренировка, потом на работу в ночь идти. Никогда, поэтому я, наверное, сегодня чуть-чуть подольше посижу, побольше для вас позаписываю видосиков, чтобы потом со спокойной душой, ребята, лечь спать и заснуть, чтобы меня не тревожили мысли, потому что вы, наверное, заметили, что и так видосиков не очень много выходит. Так, 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 так. Ай!
Двоих, прикинь, двоих сразу одним выхлопом. Блин, ну Рэй, ну ты красава. Ну ты просто красавец. Ну как тут? Ну сам себе не похвалишь, ребят, ну кто похвалит? Никто же не похвалит. Так, там знаешь кто? Да чтоб тебе, он постоянно, ребят, попадает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохо дело. Есть, я его поймал, я его накернил, друзья. А вот теперь надо того как-то ловить. Ага, поздно, парень. Да. Не успел, а кто не успел, тот опоздал, друзья. Что я могу еще сказать? Ну, кто там? Синебрюхов. Все, опять идеальная, ребята, победа. Идеальнейшая, понимаешь, победа. Но все равно мне тех значков еще надо. Ой-ой-ой, как много, друзья мои. Еще 12 таких значков, это 12 чистых побед. Секешь, о чем я? 12 чистых побед. Так, ну что, 1800 только пока у нас есть, ребят. Ну что, пошла загрузка. Тут, блин. Ну и что делать? Не два, не полтора получается у нас. Блин, не там не добор, и тут не добор. 2 минуты надо еще и ждать, ко всему прочему. Тут бесплатно можно это, конечно, взять. Я вот не знаю, может быть, все-таки... Блин, ну неохота деньги тратить, понимаешь? Мне нужно, ребята, улучшение сделать. Это 600 плюс еще 600. 1200 на улучшалку будет. Слушай, это хорошая сумма. 1200. Единственное, что очень долго давит. Очень, ребята, долго давит. Стоимость одной порции 60. Количество порций в партии 10. А время производства всей партии 14. Чего 14? Минут? Или чего? Непонятно, ребят. Так, 16, 17, тут 20. Сколько тут вообще уровней-то? Вы серьезно? 95 уровней. 95. Это серьезная заявка, друзья мои. 95 уровней. Смотри внимательно. Уже, ребята, к 3000 двигаемся. Так что ну давай, давай, давай. Дави. Ждем, ребята, 27 секунд, 26, и у нас будет новая партия зомби. А я пока налью себе крепкого зеленого чая. Да, заварил тут. Рядышком прямо вот со мной здесь. По левую руку чайничек стоит. И потихоньку доливаю себе в чашечку и пью. Он, кстати, очень, ребят, хорошо тонизирует. Он не дает уснуть. Он как кофе, даже, может, сильнее. Так, ну что, ребята, у нас новые зомби. И, соответственно, я побегу туда. А что это такое? 49 уровень. Тут 20. Ну, капкан я помню, ребята. Капкан, по-моему, ставишь. Но они же, гаденыши, могут через него перепрыгнуть, как я помню. Через этот капкан. Да ладно, ага, подбил. Так, вот тут, конечно, будет немножко сложновато сейчас. Как тут сделать-то лучше? Так, наверное. Ага. Один гаденыш попался. Блин, ну почему? Ага. Не поймал, друзья мои. Так, ты иди отсюда. Да ну. Есть. Уничтожили душегуба. Ну, главное, не в броне, ребята, был. Главное, чтобы он был не в броне. В броне. Блин, кто тут в броне? Ну, он такой в легкой. В дешманской, так скажем, броньке был. Так, а тут у нас... А тут у нас кто? А ну-ка, покажи личико гульчата. Желтый, желторотик. Все, ребят, я всех поймал. Ой, монетки, дай заберу. Я всех поймал, соответственно, мы с тобой получаем еще один черепок. Зомби пойманы. Все прям прекрасно. Так, мне хватит на загрузку? 2752, ребят. 2752. Здесь у меня хватает. Здесь хватает. Здесь хватает.
А остальные у нас все фурычат. Остается совсем маленечко для того, чтобы мы с тобой могли... А, завершить партию тут можно за плутоний, за этот. Или за уран, что там, добываем. Смотри, тут 60, а тут... Подожди, это одна порция 40 стоит монет, а там 60, 680? Серьезно? Так, остается совсем чуть-чуть, друзья мои. Совсем немножечко. Так, тут 150 монет. Тут как-то не похоже, что... Может быть, 150 монет за всю партию? А, вон они как идут. Все, я понял. По десятке уменьшается. Все, улучшаемся, ребят. Следующее улучшение 12 тысяч. А что не так? Блин, нам нужно продать. Я... Это выполнили, а мы еще не продали. Вот сейчас по продажам все у нас пойдет нормально. Всего-то 30 этих продать надо. И все будет четненько. Зомбика пока новых нет у нас, к сожалению, поэтому придется подождать, ребят. Ну, уже 160, остается 20 этих продать. Итак, что ты... Блин, нет ингредиентов. Что-то этого как-то быстро выдавили, да? И все, и он закончился, бедолажка. Этих, в принципе, тоже 31-29 секунд. В общем, сейчас их тоже тут додавит довольно-таки легко. Я вот не могу понять, мы за партию сколько получаем здесь? Неужели... Нет, 680 это все. Все, если мы выдавим, это будет 680. А сколько за партию-то у нас получается? А мы сейчас посмотрим, кстати. Сейчас он додавит, и мы глянем, сколько здесь за партию получаем. Есть, ребята, уровень сейчас повышаем будем. Так, вот сейчас, смотри, коктейль полетел. Сколько вот леденец этот? Смотрим. Фиг знает, не пойму. Ну, там не очень дорого, ребят. Так, 16 уровень. Ребята, у нас новый продукт, это какой-то пирожное и новый зомби-обжора. Прикинь, у нас новый зомби-обжора. Конечно, ловить. Конечно, ловить. Еще спрашивают меня, ловить или не ловить. Так. Давай-ка начнем, наверное, вот отсюда. Давай, выпрыгивай. Не убежишь, гаденыш мелкий. Так, птичка. Эти летучие мыши нам здесь не нужны. Так, туда мы не можем позволить, да, чтобы они бежали. Ох ты, ничего себе, ребята, вот это новости. А давно ли такой зомби существует, который взрывается и дает нам плутоний? Ау! Чуть было не было, да? Так, вот здесь вот как-то вот... Как-то вот... Я даже не знаю, как тут сделать. Давай так попробуем. Так, синий, да? Синего возьмем. Ой! Есть. Еще один синий. Нормально. Кто тут? Не успел. Так что извиняй, парень. А тут-то... Здесь желтуха. Есть. Еще, ребята. Без, как говорится, одной промажечки мы с тобой всех поймали. Еще 10 черепков, и у нас будет very good. Ах ты, very good. Давай в кафе вернемся, посмотрим. Так, у нас еще новые зомби пойманы. Здесь заряжаем. Здесь заряжаем. Здесь заряжаем. Ах ты, сюда не хватает. Сюда не хватает. Так. А, нам надо купить. 4000 стоит. 4000. Подожди, а тут... А, нам нужно продать 40 этих. 40 плюх? Ну, пирожен или как это назвать, я не знаю. Ну, ты понял, да? Ну-ка. Ау! Вот, ребята, косяк.
Тот молоточек-то свой кинул, ребят, но он промахнулся. Зато мы с тобой шестеренку нашли. Кто там? Желторотик. Желторотик — это услада просто, ребят. Ну тут, тут, я думаю, дурочку понять, что вот отсюда надо ловить. Давай еще один. Прекрасно. Просто прекрасно, ребятушки. Все у нас получилось. И зомби пойманы. 90 плутония. Ну что, пойдем заряжать. Не хватает. Ну ничего, 41 секунду, я подожду. Блин, сюда нужно, чтобы давить уже начали. Нам нужно 40, это две партии нужно, ребята. Мощность нам нужно улучшить. Ага, нам надо было мощность улучшить. В любом случае получается, да? А 4000 нам надо для того, чтобы чтобы построить вот эту штуку. Ну, 4000, дофигища, ребята. Дофигища, так. Ну, погнали. А, у нас же еще вон. Дай-ка я поймаю, ребята. У нас же суперзадание. Ловить зомби. Да как, что ты делаешь, Рэй? Слушай, а что это за бомба такая? Что? Фига себе. Вот это круто. А того я пропустил, к сожалению, ребятушки. Угу. Хорош, да? Смотри, как круто. 5 поймали, ребята, зомби пойманы. Слушай, нормальный такой бонус, если честно, мы с тобой получили. Мне понравился. Так, ну что, теперь давай-ка наших зомбиков ловить. Обычных. Не каких-то там. Нет, 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 нет. Да не надо нам это. Давай, посмотрим. О, воу, воу. Этот мелкий нам нужен был. Так, наверное, лучше все-таки здесь. Хорош. Вообще здоровски. 66 монет, как с куста, ребят. Как? Ох ты, тут аж. Желторотик. Дальше идет. Отлично, даже пикнуть не успел. И последний, предпоследний, ребят. Синька. Синька чмо. И опять желторотик. Вау. Без промашки. Да, друзья мои, вот как-то так. Как-то так мы с тобой наловчились. И очень круто теперь ловим всех. И этот нам достался, да? Так, 8 зомбарьков мы с тобой поймали. Вот сюда. Слушай, ну уже к 3000, ребят, движемся мы к 3000. Что-то ну прям слабенько давится, да, ребят? Это мы только одно пирожное продали. Это серьезно?
Так офигли, серьезно, мы только начали, ребята, делать, правильно? Оно так и будет. Сейчас будет только второе, а нужно 40. То есть по времени это довольно-таки затратно, да? Так, ну что, давай, наверное, еще одну биточку, ребят, с вами сделаем. Как говорится, погоняемся за зомби. И будем, наверное, на сегодня закругляться. Довольные такие, едят. Самые долгие, а? Так, ну что, у нас зомби найдены. Погнали. Ау! Есть. Так, наверное, я вот здесь все-таки поставлю. Ага, желторотик. Ну, желторотиков мы с тобой на изи щелкаем, как орешки, ребятушки. Как орешки. Опа! Мелкий хмырь фиолетовый. Пока вылез, мы как раз рядышком не стояли, чтобы ребята нас не видели. Он вылез, а где там, типа, кто, что, где? А нас не видно было, мы ему в жопу гарпуном так как дали. Да как поймали его. Так. А что это такое? Земляника, выросшая у шоссе? Вот это земляника? На вкус, как сочное яблоко с червяками. Бе. Черника с электролитов. Фу. Желчный пузырь с лимонной ноткой. Блин, желчь, это ж горечь. На вкус как мороженое, ребят. Они еще расписали, кто какой зомби этот. По вкусу. Смотри, а у нас, я так понимаю, у нас, ребята, в этой локации еще один зомби будет. То есть и вся коллекция будет, по идее, собрана, да? А на 20 уровне мы с тобой открываем. Подожди. Тут 18 уровень требуется, тут почему-то 20. Странно немножко. Ну, ладно. А сколько стоит еще одна машинка, ребят? 180. В принципе, мы вскоре можем купить. Накопить и купить. У нас будет с собой 3. Сейчас пока 2 у нас елозит. Будет 3. Это будет круто. Так, ну что там у нас? Что тут у нас? Так, здесь давится. Здесь нехватка. 51 секунда осталось, ребят. Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы тогда сегодня с вами на этой ноточке закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.